Всем привет! Сегодня я приготовлю очередную вкусняшку, полезную и не сильно калорийную, а самое главное, безумно вкусную. Если вы знаете, что такое белевская пастила, то вы счастливчик. Сегодня мы постараемся приготовить аналог этой воздушной, похожей на бисквит пастилы. Итак, готовим пышную яблочную пастилу со вкусом малины и голубики. Для ее приготовления мне понадобятся следующие продукты. Зеленые яблоки, желательно взять сорт Антоновка, она лучше всего подходит, и изначально рецепт был придуман именно из яблок Антоновки. Сахарный песок, яичные белки, щепотка соли и ягоды, голубика и малина. Можно, в принципе, взять для вкуса любые ягоды или фрукты, которые у вас есть. Для начала подготовим яблоки. Их нужно как следует промыть, удалить сердцевину. С помощью специального ножа это сделать очень легко. Разрезаем яблоки на 4 части, чтобы они быстрее приготовились. Шкурку с яблок не снимаем, в ней больше всего находится пектина, а он нам нужен для того, чтобы получилось хорошее густое яблочное пюре. У меня яблоки обычные зеленые, я даже не знаю, какой это сорт, конечно, за границей Антоновку не выращивают, поэтому готовлю из того, что есть. Все, подготовленные яблоки отправляем в разогретую духовку на 180-190 градусов, выпекаться минут на 20. Пока запекаются яблоки, хочу рассказать вам немного об этом удивительном продукте. С белевской пастилой я познакомилась только лишь этим летом, когда мы в очередной раз приезжали в Россию. И я сразу влюбилась в это чудо. Как оказалось, эту пастилу придумали еще в конце 19 века, а точнее в 1888 году в России, в Тульской области, в Белеве. У купца Прохорова были огромные яблоневые сады, где собирали большие урожаи Антоновки. К сожалению, точного рецепта я не знаю, но вместе с вами сегодня приготовим и посмотрим, что из этого получится. Процесс приготовления пастилы достаточно трудоемкий и долгий, но нужно запастись терпением, потому что оно того стоит, так как домашняя пастила будет намного дешевле, нежели магазинная. Тем более сделана своими руками. Прошло 20 минут, яблоки готовы, они стали мягкими. Вынимаем из духовки. Пока они горячие, перекладываем в сито. Оставляем яблоки в сите остывать. Это мы делаем для того, чтобы, если есть лишняя влага в яблоках, она стечет вниз. Жидкость мы использовать в пастилу не будем. Для приготовления пастилы нам нужно густое яблочное пюре. Прошло некоторое время, яблоки уже остыли. Посмотрите, жидкости натекло совсем немного. Этот сок можно просто выпить, он очень вкусный. Вкусный и полезный. Если вы яблоки откинете так же, как я, на сито и удалите лишнюю влагу, тогда можно использовать, в принципе, любой сорт, не только Антоновку. Самое главное, чтобы яблочки были кисленькие, тогда пастила будет очень вкусной. Сейчас яблоки перекладываем в чашу блендера, хотя можно уже сразу перетирать через сито, но я предпочитаю сначала измельчить с помощью блендера, а затем только перетирать. Теперь измельченные яблоки перекладываем в сито и протираем через него. Делаем это с помощью ложки, либо с помощью силиконовой лопатки. Смотрите, как быстро идет процесс. Если бы мы сразу стали перетирать яблоки не измельченные, то это намного больше времени. Так, соскабливаем ненужное. Очень легко собирается. Убираем это из сита. И выкладываем новую часть. Буквально у меня около 3 минут времени ушло на всю эту процедуру. Собираем пюре с обратной стороны сита. Чистого пюре у меня получилось 630 грамм. Да, это с 1 килограмма яблок. А отходов всего
1 столовая ложка. Не забывайте, что из этого объема мы еще удалили сердцевинки. Яблочное пюре пока отставляем в сторону и отделим белок от желтка. Будем использовать только белок. Желток можно использовать для приготовления других блюд или просто добавить в яичницу. К белку добавляем щепотку соли. Все подготовили. Яблочное пюре перекладываем в чашу миксера. Взбиваем его некоторое время и постепенно будем вводить сахар. Пюре немного взбилось, сахар полностью растворился, пюре начинает белеть. И в этот момент добавляем яичный белок. В процессе взбивания масса увеличивается в объеме. Все время взбиваем на максимальной скорости. Посмотрите, как отлично взбилась масса, она стала очень густой, хорошо держится на лопатке, устойчивые пики. Увеличилась в объеме так, что венчики полностью утонули и их не стало видно. Практически всю массу выкладываем на противень, оставляем только 1/5 часть для смазывания. Разравниваем по всей поверхности. Толщина пласта должна быть около 1,5-2 сантиметров. Не сильно толстый, но в то же время и не очень тонкий. Подготовленную пастилу отправляем в духовку, разогретую на 80 или 90 градусов. Это зависит от вашей духовки, от ее мощности, как она у вас работает. Если есть конвекция, то пастила быстрее высохнет. Но в любом случае не менее 6 часов пастила должна быть в духовке. Я ее убираю на ночь. Малину нам нужно подсушить, поэтому нарезаем ее на небольшие кусочки и выкладываем на противень. Ягоды отправляем в духовку к пастиле сушиться. Как раз пока пастила приготовится, ягодки подсохнут. Оставшуюся массу для смазывания пастилы перекладываем в меньшую емкость. К массе добавим несколько ягодок и перемешаем с помощью блендера. Массу накроем пищевой пленкой и уберем в холодильник. Прошло уже 6 часов, пастила готова, она полностью остыла и сейчас можно снимать пергаментную бумагу. Как определить готовность? В первую очередь можно проколоть деревянной палочкой. Она должна быть абсолютно сухой. Потом можно приподнять и посмотреть визуально, что корж пропекся. Можно потрогать, если пальцы не прилипают, образовалась корочка. Это тоже говорит о том, что пастила приготовилась. За то время, пока мы сушили пастилу, ягодки у нас тоже хорошо просохли. Их можно использовать. Перекладываем пастилу на рабочую поверхность и снимаем бумагу. Посмотрите, какой пышный слой получился. Если вы видите, что пастила у вас не доготовилась, то досушивать ее в духовке можно немного добавить температуру до 90 градусов и продолжить сушить. Очень важно не пересушить пастилу, иначе у вас получится сухарик. Переворачиваем. Если пастила хорошо пропеклась, то бумага легко снимается. Разрезаем пласт на 4 равные части. Пилящими движениями аккуратно разрезаем, не придавливая. Для удобства нож можно смочить водой. Достаем из холодильника оставшуюся взбитую массу, из которой мы делали пастилу, и обмазываем все кусочки. Обмазываем тонким слоем, толсто смазывать не нужно. Делаем мы это для того, чтобы слои скрепились между собой, склеились. Снова посыпаем ягодками. Слегка прижимаем и
Снова смазываем. Накрываем последним слоем. Теперь промазываем края. Перекладываем пастилу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляем обратно в духовку сушиться при температуре 80-90 градусов часа на 3. Пюре, которое мы оставляли для смазки, осталось совсем немного, буквально одна ложка. Оно очень вкусное, с малиновым вкусом, его можно просто съесть. Прошло 3 часа, вынимаем готовую пастилу из духовки. Теперь осталось подождать, пока она остынет, и можно нарезать на кусочки. Давайте взвесим и посмотрим, сколько получилось пастилы из 1 килограмма яблок. Если помните, у нас получилось 630 граммов яблочного пюре, 1 белок, немного сахара. И в итоге получилось 234 грамма готового продукта. Пастила остыла, постояла около 3 часов. Смачиваем нож водой и режем. Смотрите, что у нас получилось в разрезе. Эти кусочки можно нарезать на более мелкие. Пробуйте готовить эту вкусняшку, она малокалорийная. В 100 граммах воздушной пастилы находится около 270 калорий. Ароматный, вкусный десерт. Радуйте себя и своих близких. Всем пока!